Здравствуйте, рада приветствовать вас на канале «Современные родители». Сегодня мы познакомимся с универсальной коляской «Адамекс Верона». Два в одном, три в одном. Вас ждут информация о характеристиках и комплектации. Под видео оставлю ссылки на актуальные цены. Если хотите быть в курсе полезной информации для родителей, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Итак, поехали! Элегантная коляска повторяет техническое решение популярной модели Cortina в новом дизайнерском исполнении. Обновленный дизайн воплощает строгую элегантность без излишеств и избыточной декоративности, стильный микс современности и вечно модной классики. В стандартной версии капор и люлька получили обивку однотонной эко-кожей с элементами из жаккарда. Облегченная рама из сплава, тип складывания – книжка, гибкие регулировки родительской ручки – 9 положений, корзина закрытого типа в тон основной обивки с двусторонним доступом. Задняя амортизация с возможностью регулировки, инновационная система из 6 амортизаторов на раму и каждое колесо, мощные колеса из вспененной резины, передняя пара – поворотная с возможностью фиксации. Люлька глубокая, корпус из прочного пластика с встроенной вентиляцией. Имеет два варианта установки на шасси – лицом к родителю и против движения. Комплектуется натуральным матрасиком из кокосовой койры, капором, чехлом и дождевиком. Съемная внутренняя обивка из 100% хлопка предполагает деликатную стирку. Накидка с фланцем для надежной защиты от непогоды. Полозья, закрепленные под дном, позволяют укачивать люльку на ровной поверхности. Объемный капор с раскладкой в 4 направлениях. Москитная сетка с UV-фильтрами удлиняет капюшон еще на одну позицию. Люлька работает переноской при помощи ручки, спрятанной в наружный карман. Прогулочный блок можно устанавливать в разных направлениях. В нем комфортное просторное сиденье, свой объемный капюшон, который регулируется в 4 положениях и удлиняется до бампера. Сетка с защитными функциями удлиняет капор. Герметичный чехол на ножке удобно крепится к блоку при помощи кнопок. Подножка с подкладкой из эко-кожи и спинка регулируются при необходимости. В эту комплектацию входит автокресло. Мобильный модуль с эргономичной ручкой для переноски устанавливается при помощи адаптеров. В кресле есть мягкий вкладыш для новорожденных и теплый чехол на ножке. Капор удобно регулируется. Информации об отрицательных сторонах модели я не нашла. Есть небольшое количество положительных отзывов. Удобная, легкая в управлении, можно управлять одной рукой. Летом не жарко, можно расстегнуть с разных сторон и оставить сетку. На шасси люлька и прогулка в том числе устанавливается легко. Сумка в данной фирме качественная. Напомню, что под видео вас ждет подборка ссылок на актуальные цены. Надеюсь, информация была вам полезна. Ставьте лайки, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Впереди много нового. А если у вас есть свое мнение по поводу этой модели, обязательно поделитесь им в комментариях. До скорой встречи на канале «Современные родители».